теперь серьезное вирусное заболевание, которому подвержены как дети, так и взрослые. Меры профилактики против этой болезни на территории Одинцовского района обсудили на расширенном заседании с главой муниципалитета. Начнем мы с первого вопроса, очень важного вопроса, вопроса профилактики заболевания кори. Вы знаете, что в Одинцовском районе у нас сложная обстановка по заболеванию кори. Есть заболевшие, их число растет на сегодняшний день, с начала года зафиксировано уже 45 случаев заболевания кори. Ключевым моментом всех профилактических мероприятий является вакцинация как взрослого, так и детского населения. По заявлению руководителя Минздрава, вакцины достаточно, чтобы привить всех. Обеспечено получение необходимого объема живой корьевой вакцины. С начала года получено 2250 доз корьевой вакцины для взрослых и 7280 доз для детей. На складе имеется в наличии 630 доз вакцины для взрослых и 1340 для детей. Во всех учреждениях района проводится разъяснительная работа с персоналом. Руководители призывают к незамедлительной вакцинации против кори. Пока случаи заболевания единичны, но эпидемия может вспыхнуть в любую минуту. Нам с вами все силы должны положить для того, чтобы у нас сейчас с вами будет стол сена и спичка уже горящая, чтобы он не воспламенился. Я очень благодарна результатам сегодняшнего совещания. Нужно все четко, строго, конкретно, основательно и с реальными сроками, поэтому у меня, например, нет даже сомнений, потому что мы не справимся. На особом контроле учреждения образования, культуры и спорта здесь профилактика кори проводится с удвоенной силой. Проведены родительские собрания в подведомственных учреждениях, изданы внутренние приказы. Педагогический состав у нас привит на 100%. Всем рекомендовано дополнительно проводить уборки, проветривание в помещениях. Мы подведем все необходимое. Да, в каждом спортивном комплексе есть врач, который за этим следит. И будет доложено после уточнения, сколько дополнительно людей пройдут вакцинацию. Особенно тяжело корь переносят дети. Болезнь протекает с массой осложнений. Именно поэтому родителям настоятельно рекомендуют привить своих малышей. Ведем работу по информированию родителей о том, что такое корь и что эту прививку необходимо сделать. Собрания родительские прошли, куда выходили наши медицинские сотрудники. В других учреждениях родительские собрания пройдут на первой неделе после каникул, куда выйдут работники здравоохранения и доведут эту информацию профессионально. Глава района подчеркнул, что будет держать на контроле проведение профилактики против кори. Уже в ближайшие дни прививки сделают всем сотрудникам администрации. Также будут работать выездные медицинские бригады, чтобы вакцинировать все население муниципалитета. Мы получим в ближайшие дни дорожные карты с подробным отчетом, какое количество людей прошло вакцинацию. На сегодняшний день в Одинцовском районе 45 случаев заболевания кори. Основной эпицентр – это городское поселение Одинцово. Здесь бросим все силы и будем проговорить не только с подведомственными учреждениями, но и с частным сектором, частными школами, спортивными комплексами, ФОКами и, конечно, торговыми центрами, где проходит массовое скопление людей. Мария Шматкова, Евгений Муравлев, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».